Доброго времени суток. Всем добрые наши волшебники, гости канала. Мы такая большая дружная семья. У меня очень сложная неделя. Все увидите в следующих роликах. Я вообще потерялась во времени. Сегодня 23 число. У нас не оплачены наши особенные дети. Буквально вчера мне прислала голосовой Наталья и попросила, чтобы до 27 мы собрали деньги и отправили за особенных ребят. 60 тысяч. 60 тысяч мы не собрали от слова совсем. У меня в долгах клиника. Но спасибо те деньги, какие вернул врач. Я частично что-то где-то раскидываю и оплачиваю. Я хотела те деньги, которые вернул доктор, пустить на кассе, потому что у кассе предстоит КТ. И мы будем делать ей 3D-протез. Сейчас я обращаюсь ко всем к вам. Моя такая большая дружная семья. Я на грани нервного срыва. Это знают многие. Знают, что происходит. Кто со мной общается в WhatsApp, знает, что происходит. У меня в городе мертвых душ. Я сейчас обращаюсь к вам. Мы когда-то с вами их спасли. Зачем? Чтобы я каждый месяц вот так вот плакала, унижалась и просила, дайте, пожалуйста. Я уже устала. Я честно, я уже устала. Почему вы забывайте о наших особенных детях. Почему я каждый раз, действительно, вы меня простите, но у меня нервы на грани, я на грани нервного срыва. Знаете, что такое волонтер? Один волонтер, единственный, на город с населением 30 тысяч человек. Я об этом с вами обязательно поговорю в следующих роликах. Я постараюсь до вас максимально донести, что такое волонтер. Волонтер, именно волонтер. Вы просто многие живете в розовых очках. С меня их сняли 3 года назад. Я надеюсь, что когда-нибудь я с вас их сниму. А сейчас я обращаюсь к вам. Помогите нам оплатить особенных детей. Помогите нам оплатить особенных детей. У меня нет финансовых средств. У меня уже питание в долгах. И у меня в этом месяце у меня действительно опустились руки. У меня опускаются руки с каждым разом все больше и больше. Потому что я уже, честно, я устала жить в слезах, в постоянных нервах. Я не сплю сутками, и вы все это не видите. Вы не видите, как живут настоящие волонтеры. И когда-нибудь я вам покажу, как мы живем. И почему о нас практически никто не знает. А сейчас я очень прошу вас всех, откройте свои сердца. Помогите мне оплатить особенных наших детей. С большим уважением к вам, волонтеры бездомных животных, и приют в Твори добро, Наталья.